В Анапе открепительное можно получить в городской администрации на первом этаже или в многофункциональном центре. Вся процедура займет не более 2-3 минут. Заявитель предоставляет паспорт, оператор заполняет заявление, которому присваивается регистрационный номер и заносится в единую базу Центральной избирательной комиссии. Заявление о голосовании по месту нахождения – это индивидуальное заявление от каждого избирателя, которое, как правило, заполняется в специальном программном обеспечении продукте. Каждому такому заявлению присваивается QR-код. Затем избиратель получает талон для голосования. Это так называемый отрезной, можно сказать, талон. И по этому талону в день голосования по предъявлению паспорта идет голосовать на тот избирательный участок, который указан в заявлении. В МФЦ для приема заявлений выделено сразу 4 окна – 7, 8, 15 и 23. Со вчерашнего дня в ходе проведенной работы уже обратилось в Анапский МФЦ порядка 20 человек, которые получили открепительные удостоверения. Анапский МФЦ работает специально в разработанном программном комплексе АРМ-ППЗ. Продолжаться будет эта работа вплоть практически до 18 марта. Подать заявление на получение открепительного удостоверения можно и через портал госуслуг. Но сделать это можно только один раз. При наличии нескольких заявлений действительным считается поданное первым.